теперь вопрос серьезнейший, если куда уж серьезнее не бывает. Грибы. Это моя фотография, я стараюсь не пользоваться интернетовскими. Грибы есть под землей, если вы знаете так. Вот. Они играют положительную роль, они создают вместе с корнями деревьев микоризу. Дальше не читать, а то отключится, кто-нибудь отключится. Есть грибы, которые мы ненавидим, которые находятся внутри деревьев и снаружи. Тут входят, берутся стамески, вспоминайте. Вот. Щетки по металлу. Ну, потом топор, но топор года два позже. Это я не об этом. Я взял и умудрился найти фотографию, где грибы растут ровно по границе. Так. То есть на границе. Здесь уже начинаются гнилостные процессы. Я эту рябину посадил 35 лет назад. Огромное дерево. И уже все-таки пересажено. Значит, когда-то у нее 35 лет, все что, дикорос, ну, посажен мной, и все-таки начинает помаленечку вот тут вот. Но еще раз, грибы не виноваты, они жрут только то, что им положено.